जन सला कया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः भगवन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Прежде всего, моему гуру Пада Падме, Нитилила Правишна, Ом Вишна Пада Аштатарашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупи, Сиддханти Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечное саштанга Дандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна, Ом Вишна Пада Аштатарашата, Шри Шримад Бхакти Виданти, Шрили Нарайни Госвами Махараджа. Я предлагаю свой Шрадха Пушпанджали. Также бесчисленных Гауру Бхакта Вринда, преданных Господа Гауранге, я прошу принять мои поклоны Гауру Примананда. Хари Хари Бол. Мы вчера слушали о Шримане Чайтанья Махапрабху. Вриндаван Дас Такур описывает, что Господь Махапрабху явился в Навадвипе. Однако его преданные приняли рождение вдалеке от него. Почему вдалеке от него, в других местах? Причина следующая. Когда один преданный рождается, то благодаря его влиянию на тысячи йоджан вокруг распространяется его влияние, пространство вокруг очищается. Вриндаван Дас Такур говорит «Джей Дэша Джей Кули», цитата. Когда вайшнавы рождаются, они очищают пространство вокруг. На какое расстояние? На 100 тысяч йоджин вокруг места своего рождения. Но не только когда вайшнавы рождаются, они очищаются вокруг, но даже когда они приходят в какое-либо место, они очищают это место. Сейстанахоя атипунья тиртха майя. То есть место, куда даже приходят вайшнавы, становится очень чистым. В Бхагаватам говорится, когда Гаргачарья Муни пришел в дом Нанда Бабы, в дом отца Кришны, Парама Вайшнава, высшего преданного, сам Нанда Баба, несмотря на свое возвышенное положение, как обратился к Гаргачари, Бхагават Витха, Бхагавата, Стиртха Бута Своям Бибхо, цитата. Когда вайшнавы приходят куда-либо, они приходят не ради себя, а для чего? Ниджакарья нахитабу яна таракхару. Они приходят не ради своей выгоды. Тогда зачем? Чтобы одарить благом других.
чтобы пролить на них свою милость. Тиртха Бхута в своем вибху. Вайшнавы — это олицетворенные тиртхи, то есть как бы ходячие тиртхи. Почему же вайшнавы тогда иногда посещают тиртхи, святые места, чтобы даровать им тиртхату, то есть чтобы даровать святые места их чистоту, их святость? Ведь грешники, посещая святые места, оставляют там свои грехи. Как же тогда тиртхи могут очиститься от этих грехов? То есть тиртхи, святые места, очищают других, накапливают в себе грехи людей. А как же им очиститься? История есть следующая об этом. Когда Бхагиратха совершал аскезы, чтобы Ганга Деви не зашла на землю, Ганга Деви была довольна его аскезами, но она сказала: «У меня есть два затруднения, из-за которых я не решаюсь не зайти на землю. Если ты их решишь, тогда, возможно, я не зайду». Какие задачи, какие проблемы стояли перед Гангой? Во-первых, если бы Ганга не зашла с Брахмалоки, и ее бы никто не сдерживал, то ее поток был бы очень могущественный. Вы были в Ганготрию? Там течет Ганга. И ее поток такой могучий, такой сильный. Ганга очень стремительно течет там, даже устрашающими кажутся ее воды. А представьте себе, какой поток, когда она с Брахмалоки спускается на землю. Это очень сильный поток, сильное течение. Кто бы мог сдержать Гангу? Ганга сказала: «Нужно, чтобы меня кто-то сдержал, иначе я просто своим потоком пробью землю и спущусь на Паталалоку». Это первая проблема, первая задача. Вторая задача, о Бхагиратха, сказала Ганга: «Грешники будут приходить, омываться в моих водах, оставлять свои грехи. И я буду оскверняться этими грехами. Как же мне очиститься?» «Вот такие две задачи я оставлю перед тобой, Бхагиратха», сказала Ганга. Тогда Бхагиратха начал совершать Арадхану поклонение Боли Бабе, то есть Шиве. Он удовлетворил его. Шива сказал: «Ахо Бхагья, как я удачлив, я смог обрести Чаринамриту». Ганга — это Чаринамрита Господа. Что может быть более чистым, более священным, чем Чаринамрита Господа? Поэтому я с радостью приму ее на свою голову, сказал Шива, и сделаю этим свою жизнь успешной. А Ганга подумала: «Как же Шиваджи сможет удержать меня?» Шива сказал: «Смогу, давай, не сходи на землю». «Но у меня очень сильный поток», сказала Ганга. «Ничего страшного». Шива взял свой трешотру и сказал: «Давай, не сходи на землю». И Ганга такая: «Ну, сейчас я покажу Шанкаре». Но Шанкара кто? Парам Вайшнав, высший Вайшнав, преданный. Говорится: «Джакара кесая маркаре сахой». Если Господь кого-то защищает, никто не может убить его, причинить вреда. И поэтому, хотя Ганга не зашла с Брахмалоки, очень сильным потоком Шанкара сдержал ее в своих волосах. И Ганга осталась в его волосах течь. То есть с Шанкарой ничего не случилось. Тогда Бхагиратха начал молиться Шанкаре: «Я такие аскезы совершал, чтобы Ганга не зашла. Пожалуйста, поделись. Поделись Чаринамритой Господа». И тогда Шанкара согласился, он одну прядь своих волос отодвинул, и Ганга начала течь на землю из его волос. Это первая проблема, как ее решили, то есть кто сдержит Гангу. Вторая проблема. Грешники будут оставлять свои прегрешения в водах Ганги. Как она сможет очиститься? Вы знаете, что даже сейчас сколько тысяч людей идут к Ганге, чтобы омываться. Везде, где течет Ганга, многие люди устремляются к ней, чтобы омыться в ее водах и очиститься благодаря этому, то есть оставить в ней свои грехи. Но Бхагиратха сказал: «Не переживай, о Ганга, не только грешники, но и санту, святые будут приходить к тебе. Бхакты Господа, преданные Господа будут приходить к тебе. Благодаря их прикосновению ты очистишься, ведь их прикосновение очень могущественно. Оно очистит тебя от всех грехов». Почему? Потому что в сердцах преданных Томара Хрида Сада Говинда Вишрама. Потому что в сердцах преданных всегда живет Господь. Поэтому они могут очищать все вокруг. И они могут очищать даже святые места и даровать им тиртхату, то есть их качество святости и чистоты. Такова слава вайшнавов. Они очень могущественны. Джастана Вайштава Гона.
Вриндаван Дас Такур поэтому описывает, что даже преданные, если не только рождаются, но просто приходят куда-то, эти места становятся необычайно чистыми. Мы поэтому приглашаем садху святых в свои дома, чтобы они провели там киртан, рассказали Харикатху, благодаря чему наш дом был благословлен. Потому что повествование о Господе и киртан, который совершают преданные, очищают все вокруг. Настолько велика слава преданных. И поэтому, чтобы преданные очистили все вокруг, Махапрабху велел им родиться в разных местах. Даже в Ашоча-Деш, то есть в очень неблагоприятных землях, приняли рождение преданные, чтобы даровать своим влиянием благо всему пространству вокруг. Навадвипахенаграмма трибуван най, цитата. Навадвипадхама — это место, с которым ничто не может сравниться на этой, во всех трех мирах. Почему? Потому что сам Господь родился там. Если места, где приняли рождение преданные Господа, настолько прославлены, что уж говорить о славе места, где явился сам Господь. Несомненно, это святое, чистое место. Кроме того, в Кали-Югу слава других тиртх, других святых мест будет постепенно убывать. Но слава Навадвипы, ее махима, будет только возрастать. Вы были на Навадвипа Парикрама? Сколько там людей? Сколько преданных в нашем храме? Сколько посещают Парикраму? Тысячи людей. Просто поток из людей во время Навадвипа Парикрамы. Навадвипа Хенаграмма Трибаванная. Во всех трех мирах нет места, которое могло бы по своей славе сравниться с Навадвипой. Рупа Госвами говорит «Вайкунна джаджанита вара мадхупури» цитата из Упадишамрита. Какие места, связанные с Господом, являются высшими? Кто-то думает, что это Вайкунха, потому что там дживы не вращаются в круговороте рождения и смерти. Поэтому некоторые думают, что Вайкунха — высшее место. Но что более высокое положение занимает? Вайкунха джанита вара мадхупури. Мадхупури, то есть Мадхура. Но до этого есть еще Айодхи, промежуточная между Вайкунхой и Мадхупури. То есть Айодхи выше, чем Вайкунха. Почему? Потому что раса какая на Вайкунхе? Даса раса. Все служат Господу, осознавая, что это Верховный Господь, а мы Его слуги. И Господу просто возносят там молитвы Шантакарам, Буджакашайнам, Падманабха, Сурешам. Все просто молитвенно славят Господа. То есть только одна раса на Вайкунхе. Какая раса? Дасья раса. Ничего другого там нету. Все понимают, что Бхагаван Нарайана — их Прабу, их Владыка, а все его севаки, слуги. Матушка Лакшми всегда массирует стопы Господа, держа их на своих коленях, чтобы он никуда не ушел, всегда воздает ему служение. То есть у всех настроение одно — дасья раса. Какая раса выше? Сакхи раса выше. Сакхи расы, по сути, нет на Вайкунхе. Но где она есть? В Дхаме, в обители, которая выше, в Айодхе, в обители Господа Рамачандры. Дасья раса тоже есть в Айодхе. Но там также есть и Ватсалья раса, и Сакхи раса на Айодхе. Например, у Господа Рамы есть друзья Сугрива, Бибишана, Гухака Чиндал. Все они друзья Господа, находятся с ним в Сакхи расе. Например, когда Господь Рамачандра возглавлял собрание, он своим друзьям даровал асаны, сидения, такие же по высоте, как и его, то есть не ниже, а такие же, выражая им почтение. То есть сакхи раса также присутствует. И есть еще более высшая раса, Ватсалья раса. Она также присутствует в Айодхе, потому что у Господа есть мап. Хотя Господь Джаганнатх, по сути, он источник всего, у него нет родителей, но все равно он принимает родителей.
Крипала Дева Даяла, Каушаля, Хитакари. Имеется в виду, что Господь Рамачандра принимает Каушалю как свою мать. Он предстает как Рама Лала, то есть ее ребеночек Рама, становится сыном Каушалии. Каушаля, Кайкея, Сумитра имеют благую удачу нянчить Господа Раму, держать его на своих коленках, ласкать как мать ребенка. Какая это раса? Это ватсалья раса, родительские чувства Господу. Также шрингар раса, то есть отношения возлюбленных, присутствуют в Айодхе. Кто является супругой Рамачандры? Матушка Сита. То есть шрингар раса тоже присутствует в Айодхе. Но Дварака выше, чем Айодхе. Дварака и Матхуру, они выше, чем Айодхе. Почему? Потому что кто живет в Матхуре? Уддава, Сартхи, то есть Арджуна, многочисленные жены, супруги Кришны, царицы, живут там. В Двараке и в Матхуре пребывают эти спутники Господа. Но что выше Матхуры? Это Бриндавана Дхама. Постарайтесь очень хорошо это понять, осознать, почему Бриндаван – высшая обитель. В Мадхуре и в Двараке есть сакхи, то есть друзья, города просят воды. Итак, какая обитель выше? Бриндаван. Почему Бриндаван выше? Постарайтесь хорошо это усвоить. В чем преимущество Бриндавана? В чем его слава? Итак, на Айодхе есть сакхи раса, то есть у Рамы есть друзья. В Двараке тоже есть друзья. В Матхуре, Арджуна, есть Уддава,
это друзья Кришны. Почему же во Вриндаване Сакхираса выше? Потому что в полной мере Сакхираса проявляется во Вриндаване. Например, Господь Рама сидел на асане, но Гуха Качандал, Вибишана и Сугрива могли бы сидеть на той же самой асане, что и Господь Рамачандра? Нет. Хотя они его друзья, но все равно у них было понимание, это Бхагаван, Верховный Господь. То есть это знание покрывало знание о том, что он их друг. То есть было Бхагавата Будхи понимание, что перед ними Верховный Господь. Поэтому они сидели на отдельных асанах, не на том же самом сидении, что и Господь. Но во Вриндаване, почему Вриндаван выше? Постарайтесь понять. Во Вриндаване очень обычные отношения. Например, в детстве, когда мы играли с друзьями, был фал такой, что вы попробуете какой-то фрукт, и друг тоже попробует этот же самый фрукт. Когда вы вместе лазали по деревьям, потом кушали один и тот же фрукт, вы укусите, друг укусит, потом вы опять укусите один и тот же плод. Или будете пить воду из одного и того же стакана, из одной и той же бутылки. Или играть вместе, сражаться, по-дружески бороться в шутку. Все это делают друзья. И вот во Врадже друзья Кришны считают себя равными ему. Они могут сказать: «Ты с чего ты взял, что ты выше? Эй, Кришна!» Например, Шрида может сказать: «Кришна, ты что, зазнаешься? У твоего отца сколько коров? 9 лакхов, 900 тысяч. А моего отца знаешь, сколько?» — сказал Шридам. 11 лакхов, то есть 1100. Поэтому больше коров у меня, чем у тебя, Кришна. Поэтому, Кришна, не думай о себе слишком много. С чего ты взял, что ты превосходишь нам в чем-то? То есть такие дружеские отношения в полной мере проявлены во Вриндаване, как свабхавик, то есть обычные, натуральные, естественные отношения, когда друзья вместе кушают, карабкаются куда-то и так далее. Где это? Все. Во Вриндаване. В Айодхе возможно это? Сугрива может сказать? Или Вибишана? Рамачандра, что ты делаешь? Давай, двигайся. Например, нет. А Мадхумангала может сказать Кришне: ты что расселся? Давай, двигайся. Занял все сиденье. И на одно место приземлится Мадхумангал с Кришной. Будет там сидеть, обнимать его за шею. Вибишна может так поступить с Рамой? Нет. Невозможно это. А Сугрива может это сделать? Нет. Сугривой какая история связана? Когда Господь... Еще раз слушайте внимательно, чтобы точно понять, почему Кришна выше. Сугрива встретил Господа Рамачандру. Что произошло? Бали, старший брат Сугривы, забрал его жену. То есть, получается, и потом Рамачандра вернул ему и жену, и у него стало две. И Тара, и жена его старшего брата Бали, и его, собственно, жена Сугривы. Руми, по-моему, ее звали. И поэтому он наслаждался обществом своих двух жен. А Рама в это время переживал: так, я вернул Сугриве его жену. Он обещал мне помочь вернуть мою Ситу, а он сейчас чем занимается? Наслаждается обществом своих жен, а не помогает мне. И он тогда послал Лакшмана, Рамачандру. И Лакшман уже как отругал Сугриву. Он сказал: ты вообще что, тебе Рамачандра помог справиться с Бали, вернул жену, теперь две супруги, а ты теперь наслаждаешься обществом своих жен, забыл о своем обещании помочь Рамачандре. Отругал его так сильно Лакшман. И тогда Сугрива устыдился, он припал к стопам Рамачандры и взмолил о прощении. То есть это, конечно, сакхи, дружеские отношения, но все равно в этих отношениях есть понимание, что Господь — это Господь, Верховная Личность Господа, что не просто друг, а это владыка всего. И это осознание смешано с пониманием, что передо мной мой друг, то есть не чистая дружба. Есть осознание, что передо мной Господь. А Кришна, например, если своим друзьям во Врадже скажет что-то, он услышит в ответ в 10 раз больше про себя. Во Дварике такое возможно? Нет.
И в Айодхе тоже невозможно, и в Мадхоре тоже исключено такое. В Мадхоре, например, есть Сакха Арджуна. Арджуна — это друг Кришны. Он сначала по-дружески, по-приятельски относился к Кришне, но когда увидел Вират-рупу, вселенскую форму Кришны, то Арджуна сложил ладони и сказал: «О, Прабху, я совершил апарадху твоим лотосным стопам, оскорбление. Я считал тебя просто другом, а ты владыка мироздания. Пожалуйста, прости мое оскорбление. Я так относился к тебе фривольно, как к своему другу. Но ты же владыка мироздания. Как я мог так общаться с тобой?» То есть сакхи-раса, отношения друзей, они снижаются из-за осознания величия Господа. А во Врадже такого нету. Например, когда Кришна поглотил огонь, Кришна сказал друзьям закрыть глаза. Почему? Чтобы они не видели, как он поглощает огонь. И друзья думали: «О, Кришна знает наверняка какие-то мантры и не хочет с нами делиться, поэтому просит закрыть нас глаза». Когда друзья закрыли глаза, Кришна весь огонь выпил. Почему он попросил друзей закрыть глаза? Потому что если бы они увидели, как он проглатывает огонь, то ему бы не поздоровилось, ведь он как-то землю покушал. Друзья сказали об этом его маме, она ему выкрутила уши, наругала. А если друзья еще расскажут, что он не только землю, а еще и огонь глотает, ох, мама тогда ему задаст. Поэтому Кришна попросил друзей закрыть свои глаза, чтобы они не видели, как он ест огонь, и не нажаловались его маме Яшоде. Сколько бы ни было айшварьи, величие, великолепие Господа в других дхамах, во Врадже этого на самом деле больше, чем где-либо. Например, но враджаваси не замечают этого. Например, когда Кришна поднял Гирядж Говардан, друзья думали: «Ты почему?» Друзья говорили: «Ты почему считаешь, что ты поднял Гирядж Говардан? Мы тоже помогаем тебе. Что-то только ты один пил материнское молоко и масло ел. Мы тоже пили молоко, ели масло. Мы держали Говардан своими палочками. Если бы не мы, как бы ты держал Говардан-то вообще один?» Поэтому друзья возмущаются. В смысле Кришна один держал Говардан? Все мы палочками держали Говардан. Все мы помогали. Что значит Кришна держал? Все мы держали. Не Кришна поднял Гирирадж Говардан. Все мы подняли и держали Гирирадж Говардан. То есть сколько бы айшварьи, великолепие, величие Кришна не проявлял во Врадже, кто-то считает его Бхагаваном, Верховным Господом? Да нет, конечно. Например, когда Кришна поднял Гирирадж Говардан, враджаваси были и видели это. И потом они подошли к Нанде Яшоде и сказали: «О, Нанда, слушай, может быть, Кришна Верховный Господь, Бхагаван? А вы ему там ушки крутите, наказываете, мама Яшода привязывает его. Может, все-таки это Верховный Господь, и не надо так с ним себя вести?» Нанда Баба тогда просто рассмеялся. Он сказал: «Ничего себе. Вы просто уже в возрасте, в почтенном, поэтому ваш разум тоже ослаб, и вы поэтому так говорите. Враджаваси не рады слышать, что Кришна — Верховный Господь. Для них счастье понимать, что Кришна — это просто их друг, их сын и так далее. И Нанда Махарадж стал объяснять, как же Кришна может быть Верховным Господом. Сатья вартам, сатья парам три сатья. Господь — это Верховная Истина, а Кришна — да он врунишка. Сколько раз он врал, масло ел, а потом говорил: «Ой, матушка, я не кушал масло». Врал же, врал, потому что ел он масло. Или если мама задерживалась с обедом, Кришна что делал? Он злился, начинал бить посуду. А Бхагаван разве гневается? А Кришна гневается, когда не кушает вовремя. И еще он ходит по другим домам, ворует масло, а если ничего не находит, может даже напроказничать, даже помочиться в домах других. Настолько он шаловливый и неполезливый, и непоседливый. И вот что, вот это признаки Бхагавана, его поведения. Какой он Бхагаван? Ты наш ребеночек. То есть для враджаваси услышать, что Кришна Бхагаван, не принесет им радости. Для них он их лала, их ребеночек. Ajodhya mein dekh lo, bhai prakat dayal, deen dayala kausalya ka gaya. Usi
А в Айодхе, когда Господь появился, Каушалья сложила руки перед Ним. Разве возможно, чтобы Каушалья ушки крутила Господу, ругала Его, грязнуля, врунишка, воришка? Нет, это невозможно. То есть, хотя в Айодхе есть родительские чувства, но они в Ацале раз, но они смешаны со Швари, с осознанием, что ты Верховный Господь. И Господь проявляет себя по-разному в разных лилах. В Кришна-лиле Он являет себя в Пурной Рупе, то есть максимально полно. Поэтому Его называют Акхила Расамрита Мурти. То есть источник всех рас, всего наслаждения, океан блаженства. Это кто? Кришна. Именно в Кришна-лиле проявляются все расы максимально полно. Шингар-раса, например, если мы ее будем обсуждать. Рамачандра оставил Ситу. Лакшман, когда услышал это, он подумал, как же возможно? Сита — это моя матушка. Как можно так с ней поступить? Затем Рамачандра еще заставил Ситу проходить испытания огнем, чтобы доказать ее целомудрие, потому что жители Айодхи сомневались в ней. А затем еще и сослал ее вообще. А если бы Кришна сказал Радарани Гопи, идите из Кунджи, ему Мактители, сам иди из Кунджи, тебе надо, ты и уходи. Когда Радарани являет свой мантри в ревнивый гнев, то Кришна какие только формы, какие облики не принимает, чтобы успокоить ее. Он даже припадает к ее стопам, молит о прощении. Савакунш почему так называется? Потому что Парам Брахман Параттатва, Верховный Господь, выше которого нет никого, чем занимается в Савакунже. Под влиянием любви Шримати Радарани он служит Гопи. Он всецело покоряется их любви. На паре Ахам Нирвати Самьюджа признается Кришна. О, Гопи, я никогда не смогу отплатить за ваше бескорыстное любовное служение, даже если буду жить долго, как день Брамы. Но к стопам Рукмини Сатьябаму Кришна падал когда-то? Нет. А Рамачандра, он Ситу просто выгнал, изгнал ее, и Сита ушла молча, она ничего ему не сказала. Почему? Потому что хотя есть отношения Прия-Приятама, возлюбленных, но все равно это не полное шингараса отношений возлюбленных. Вот у вас дома, например, бывают ссоры с женами, с мужьями? Бывает? Один скажет друг другу, «Эй, ты что начал? Ну-ка помолчи». То есть муж скажет что-то, супруга ему 10 слов в ответ. То есть жена может сказать, «Ну-ну, давай, говори, говори». И потом выскажет ему все, что она о нем думает в ответ. Она просто подождет, а потом обрушится на него. То есть у них эконишхата, у них очень близкие отношения, они, по сути, как одно целое, они очень дружны, поэтому муж и жена могут себе такое позволить. Поэтому если Кришна что-то скажет с Гопи, с которым у него тоже такие же близкие отношения, он о себе тоже много всего услышит. Лалита скажет ему, «Ну-ка, вообще, молчи тут, не принижай мою Радарани», скажет Лалита Саки. «Ты дхарматма, такой благочестивый. В детстве путаню убил женщину, потом быка убил. Что ты только не делал, каких грехов не совершал». В Дангате Гопи так много говорили Кришне о его, в кавычках, прегрешениях. То есть вот там, во Вриндаване, именно во Врадже, Мадхура Раса достигает своей пурны, своей полноты. Нигде более она так не проявляется. То есть Вриндаван выше Дхама. Но Навадвипа Хенаграма Трибуванана, Навадвипа еще выше, чем Вриндаван. Это самая-самая высшая обитель. То есть потому что Галока Вриндавана выше Дхама, но еще выше Ишвета Двипа, Навадвипа Дхама. Поэтому Навадвипа выше обитель. Потому что как именуется Кришна Лила? Кришна — это Лила Пурушоттама. Но где он являет свои самые милосердные лилы, где према проявляется в максимальной полноте в Навадвипе. Махапрабху проявляет любовь во всем ее величии, во всем великолепии любви. Поэтому самая высшая обитель — это Навадвипа Дхама.
Поэтому говорится, Навадвипа Хена Грама Трибу Ванунай, нет такой дхами, как Навадвипа, потому что Джата Аватир находится Чайтанья Гасай, потому что сам Махапрабху не зашел в это обители. Например, в Кришна Лиле Кришна разбил горшок. И что мама Ешода с ним сделала? Связала его. Но в Навадвипа Лиле Махапрабху, когда ходил в школу, он потом поклонялся Ганге. И мама собирала для него цветочки и другие параферналии, другие подношения для пуджи, для поклонения Ганге. В один из дней Махапрабху пришел и сказал: «О, мамочка, пришло время поклоняться Ганге». Мама сказала: «Подожди, пожалуйста, я подготовлю еще все». Махапрабху сказал: «Как, еще не готово?» И он разозлился, что его поклонение Ганге задерживается, и начал бить просто всю посуду в доме. Что сказала Шачамата? Ничего. А потом Нимай, когда понял, что его поклонение Ганге откладывается, он, как обычно ребенок, начал еще кататься по земле, плакать, биться в истерике, потом успокоился наконец. И тогда Шачимата ему сказала: «Ну, сыночек, ну это же чей дом? Твой дом. Горшки, которые ты разбил, для чего использовать? Для того, чтобы готовить подношение бхогу для Господа. Ну, зачем ты все разбил? Как теперь готовить в твоем доме для Господа?» То есть, хотя мама Ешода очень любит Кришну, она терпеливая, Шачимата еще более терпеливая. То есть это сравнение Ватсали Рас в двух дхамах, у Навадвипе во Вриндаване. Поэтому лила Махапрабху являются высшими. Поэтому во всех трех мирах нет такой обители, которая могла бы сравниться с Навадвипой по своей славе. И кроме того, что такое Навадвипа Дхама? Это Дхама, которая проявлена из сердца Шримати Радарани. Это 9 кунш, проявленные Радарани для служения Шри Кришне. Это 9 кунш, не просто Навадвипа, не просто 9 островов. Кроме того, когда Нарада просил благословения у Кришны, кроме того, когда Нарада выполнял просьбу Кришны, искал для него лекарства, где он нашел пыль со стоп преданных, чтобы у Кришны прошла головная боль, во Вриндаване он принес эту пыль в Двараку, Кришна осыпал себя этой пылью, а затем в Навадвипу тоже Нарада принес эту пыль, высыпал ее туда, поэтому в Раджа-Радж пыль Вриндавана присутствует и в Навадвипе. Поэтому в Навадвипа тоже наполнена пылью со стоп преданных, со стоп в Раджа-Васе. Сейчас киртан будет.